Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Crossing Souls. Как вы помните, в прошлой серии мы узнали год, когда у нас взорвали мост. И сейчас мы должны эту дату принести мужичку, который нас должен переместить якобы во времени. Так, вот только где он? Похоже, здесь много лет поезда не ездили. Ну, естественно, ребята, потому что путь-то разрушен. Так, тюрьма. Слушайте, а что у нас в тюрьме? Так, а где все? Какие-то портреты непонятных нам дядек. Слушайте, вот этот сундук все-таки мы с вами почему-то не смогли взять. Я не знаю, как вообще до него добраться, если честно. Ну да ладно, может быть потом как-нибудь. Так, что это? А, это повозка, ё-моё. Так, где же у нас? Вот здесь, по-моему, да? Ага, вот он. Что случилось, головастики? Понадобились мои услуги? Сделаем это. Да, мы хотим отправиться в прошлое и починить мост, тогда мы сможем отсюда выбраться. Значит, вы хотите предотвратить обрушение моста, да? Звучит неплохо, но помните, путешествие в прошлое может в большинстве случаев иметь негативные последствия. Вам нужно назвать мне точную дату. Если ошибетесь, кто знает, что случится. Вы уверены, что не хотите еще поспрашивать? Нет. Мы уже узнали. Включай машину. Точно, включай эту штуку. Нам надо поскорее убраться отсюда. Отлично, тогда за работу, Коперник. Запускает турбомоторы. Мы сваливаем. Ты чего не идешь? Ладно, присмотри за сараем. Мы вернемся через мгновение. Ха-ха-ха. Так, неужели это действительно машина времени? Да ладно, надеюсь, это агрегатина работает. Чего? Слушайте, я надеюсь, что она... действительно работает. Кстати, отсылочка, да, на фильм. Разгонитесь до максимальной скорости, чтобы совершить скачок во времени. Не дай стрелке спидометра упасть до ноля. Понял. Фух, поехали. Ага, кнопочка А, жмем. Ю. О, нормуль так рванули. Так, Б. Кстати, ребята, отсылочка была, да, на фильм «Назад в будущее». Там такая же машина была, кстати. Так, елки-палки, еще немножко ускорились. Ю! Так, давай. А. Так, это уже у нас, ребята... Ух ты! Сейчас, я думаю, мы с вами... Ой-ой-ой-ой-ой, что-то скорость теряется. Давай, Рэй. Есть, молодец. Ёлки-палки, сиганули. А, это мы в прошлое, да? Ну, что это? Осторожно. Черт, эта штука не хочет поворачивать. Осторожно с дороги. Танцовщицу прибили. По-моему, ребят. Мой план. Вы за это заплатите. Нет, живая. Упала, видимо, куда-то. Что теперь? Эта балерина собиралась взорвать мост. Думаю, мы с ней справились. Ну же, да уж, быстро вы. Еще минута, и было бы слишком поздно. Так, ну что, ребята. Мы изменили якобы. А, мы сделали это. Мост. Ты прав. Мост. Мы можем перейти по нему и найти убежище майора. Видишь, было не так уж и плохо. Не знаю, чего вы сомневались. Ну, потому что вы не внушали особого доверия путешествия во времени. Кто бы мог подумать? Сказать по правде, я никогда и не думал, что подобная технология существует. Да еще и в такой дыре, как эта. Мой лохматый друг-инженер. Или он просто ее украл. Хотя я сам этого не видел, конечно. Значит, наше путешествие изменило настоящее? А в некотором роде? Что значит в некотором роде? Ну, это сложно объяснить. В общем, во время нашего пространственно-временного перехода мы не встретили ни одну переменную, которая бы могла изменить какую-то другую ось времени, кроме текущей. Это единственный возможный вариант. И тогда мы изменили настоящее, но только малую его часть. Хорошо, что мы не вызвали никакого эффекта бабочки за пределами этого места. Что? Кто-нибудь вообще понял, что он сейчас сказал? А мы не можем просто вернуться в прошлое и помешать майору осуществить свой злобный план.
Ну, эй-эй-эй, даже не думай снова рот открывать, у меня мозг взорвется. Я сам отвечу, нет, не можете, у меня бензин кончился. И после того, что ваш друг рассказал, я боюсь еще раз перемещаться во времени. Что если фауратик не появится из-за того, что я создам один из этих эффектов бабочки? И вообще, если бы все можно было решить коротким путешествием во времени, разве это было бы не слишком скучно? Фауратик? Ну, это типа местного гастронома. У них такие тосты с ветчиной делают. Ум отъешь. Ладно, ну, полагаю, тут наши дороги расходятся. Ага, похоже, что так. Удачи вам, ребята. Жаль, не могу больше ничем помочь. Не волнуйтесь, вы и так много для нас сделали. Нам надо закончить это дело самим. Незачем рисковать еще чьей-то жизнью. Хорошо, но будьте осторожны. Не волнуйся, с нами все будет в порядке. Ух, ребята. Так, песочные часы. Можно ждать сколько угодно, песок никогда не осыплется. Как будто время в этих часах длится вечно. А зачем это интересно нам? Фух, ну, во-первых, давайте сохранимся. Это в первую очередь, ребята. Так, слот 1. Да, конечно, я хочу сохраниться. Ну что же, и давайте посмотрим, что у нас тут. Так, ребята. Что это такое? Это танцовщица и Илья. Да? А можно я засунул сюда голову свою? Это карточный макет Горфилда 19 века. Понятно. Так, я могу тут вообще хоть с кем-нибудь поговорить-то, нет? А, это ты мне? Проехали. Так, короче, что-то с нами никто не хочет разговаривать. Давайте, ребята, тогда пойдем вот сюда, наверх. Нифига себе, ребята, этот железный путь где-то ж под небесами. С чего вдруг? Они были хорошими друзьями, без всякого сомнения. Но в тот момент они стали настоящей семьей и не смогли бы продолжать свое путешествие друг без друга. Логично. Оу. Сэр, сержант Хартман, к вашим услугам, сэр. Сэр. Хартман. Хартман. Адуат. Адуат. Не у меня его нет. С меня довольно. Это последний раз, когда кто-то меня подводит. Понятно? Есть, сэр. Шпильгман, убери то, что осталось от Хартмана с глаз моих. Слушаюсь. И убедись, что у него нет сердца, в буквальном смысле. Разумеется, сэр, с удовольствием. Кто теперь главный? Готовьте корабли, мы идем за Дуатом. На этот раз я буду командовать операцией. Вот так вот, ребятушки. Так, ну а мы все с вами куда-то бежим. Уф, мне уже надоело идти. Вы как, Чарли, ты устала? Я в порядке, но этот мост, похоже, никогда не кончится. Было бы круто нырнуть бомбочкой и не убиться об воду. Да, отдых бы нам не помешал, но время работает против нас. Верно, но гораздо хуже, если бы этого моста не было. Да, но было бы неплохо вернуться в прошлое на пару минут пораньше. Чтобы поплавать? Прекрати, Крис, я не это имела в виду. Иногда я себя чувствую третьим лишним. Это уж точно. Так, ну что, ребята. Оу, тихо. Что такое? Я скучаю по Джо. Мы столько лет дружили, знаю. Он все еще здесь, но он не тот. Чарли, я... ты знаешь, я буду с тобой, что бы ни случилось. Да, знаю, мы вместе. Да нет, я не об этом. Понимаешь, я хочу сказать... Что? Что это?
Ребята! Как по расписанию? Что теперь не так, Мэтт? Поезд там, поезд! Поезд? Поезд? Бежим! Ё-моё, ребят, бежать надо. Слушайте, а мы сможем убежать-то? Ядрён батон, он догоняет меня, ребята, он догоняет меня. Ой, давай. Фух, чёрт, нам туда не попасть, нас поезд раздавит. И что теперь делать? У нас времени нет. Без вариантов, прыгаем. Куда вы там прыгнули? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа. Да ну нафиг. Крис, да ты просто, я не знаю, молодчина какой-то. Повиснув на одной руке, он поймал двух людей еще. Причем не сорвался. Фух, этого многого стоит. Так, ну что же, ребята. Так, что это такое у нас? Что это за патруль звездный? Наконец-то движуха, говорит рекрут. Спокойно, салага, это просто вылазка. И поубавь пыл, это тебе не гонка. Ха, сейчас прям я первым туда доберусь, и вся слава будет моя. Не раскачивай лодку, салага, план майора только начался. Нет, он начнется, когда я отдам ему дуат. Хр-гр. Что такое? Что с ним случилось, я не понял. Эти новички вечно строят из себя ковбоев. Майор, авиачасть А-303 на месте. Зона приземления определена. Провожу облет. Отлично, расчетное время прибытия через 5 минут. А что с А-302? Они попали в аварию, сэр. Чертовы идиоты. А ты живо в зону приземления. Есть, сэр, уже лечу, сэр. Офигеть, ребята. Салага довыделывался там. Так, ну что же, мы куда-то приземлились с вами. Ну, в первую очередь, естественно, мы с вами делаем сохранение. Да, конечно, я уверен. Ух. Так, ну что, ребятушки, продолжаем. Так, подожди. Этого нам пока делать не нужно. Так, Большой Джо, это все, конечно, хорошо. Но не сейчас. Так, я надеюсь... Подожди-ка секунду. О-о-о-о, тихо, что? Ух ты! Ядрен батон. О, это та самая банда мятежников, что доставила мне столько проблем? Вы украли у меня драгоценное время, детки. Давайте сюда камень и прощайтесь. С жизнью? Это майор Оурус. Мы ни за что не дадим тебе камень. Пугай сколько угодно. Ты заплатишь за то, что сделал с нашими друзьями и нашим городом. Кругом одни идиоты. С играми покончено. О-оу, мне это не нравится, ребята. Что такое? Ой. Вот это жесть. Да ладно. Да ну нафиг. Ты прикинь, я напрыгнул. Да, так он разбит. Или не разбит. Опа. Так, это босс что ли получается, нет? Так, дуат у майора Оуруса. Понятно. Что должен делать? Оп. Я понял, ребята. Ага. Ну, в принципе. Тихо. Не надо буянить. Черт подери, нифига. Тут хрену увернешься. Нет, возможность-то, конечно, есть. Так, это тепловые, да? Ну-ка, давай. Так, это что за говнюки мелкие тут еще вылетают у нас? Да ёпросте, блин. Знаете, в чем проблема, ребята? В управлении. Он, как бы вам сказать, тихо. Вот этот вот дрон, или на чем мы летим, я не могу понять. Он как бы не совсем адекватно меня слушается. Блин! Как бы я вот его повернул, например, направо, да, и притормаживаю, а он все равно еще как бы делает движение. То есть проскальзывает, так скажем. Ай, блин, вот надо было вот все поймать, а? Своим корпусом.
Так, тихо, ну вы вообще тут и ракеты, давайте еще сейчас что-нибудь до кучи. Блин, понаотправляйте, ё-моё. Давайте вот так вот юлить. Так, если бы вот он не проскакивал, не проскальзывал, было бы все намного бы лучше, ребят, вот поверьте мне. Блин, у меня очень мало, или не мало. Где у меня здоровье? Я не вижу, ребят. Знаю, что нам нужно долететь, нам осталось совсем немножко внизу. Внизу, как видите, желтая полоска копится. Ай, не понял. А что случилось? По мне же никто не попал. Майор Оурус лишил их всего, что они любили. Чарли пыталась пожертвовать собой ради друзей. Пустота в душе Криса стала еще больше. Погодите, я же... Ага, я прошел все-таки. Что такое? Ну-ка. Ах ты, черт побери, они, ребята, улетели. Они улетели. Это что такое? Не понял. Пирамиды? Выросли из-под земли? Интересно, зачем? Ха, что это за базы такие? Так, ладно. Сейчас со всем будем этим делом разбираться, ребята. Ты тоже это видишь, Мэтт? Это же... Пирамиды, Крис, выросли из-под земли. Невероятно. У меня плохое предчувствие. Если пойдем туда-обратно, можем уже не вернуться. Но они забрали Чарли. А я никак ей не помог, черт побери. Чарли может сама о себе позаботиться. Уверен, куда бы они ее ни привели, она сможет постоять за себя. А еще они забрали наш аппарат, Дуата. Они забрали у нас все. Все, что мы сделали, было напрасно. Нет, я отказываюсь это принимать. Мы зашли так далеко не для того, чтобы сдаться. Крис, ты что, не видишь? Мы ничего не можем сделать. Это все из-за камня. Лучше бы Кевин его вообще не находил. Ты что такое говоришь, Мэтт? Кевин не виноват ни в чем. Знаешь что, Крис, с меня хватит. Ты всегда строишь из себя лидера, размахиваешь руками, как будто ты тут главный, и принимаешь решения за всех. Кто дал тебе на это право, а? Если бы не твои дурацкие решения, нас бы вообще тут не было. Это все ты виноват. Думаешь, я хотел этого? Думаешь, мне нравится решать за других? Отвечать за все? Я об этом не просил, Мэтт. Ты мог взять роль лидера на себя. Но, конечно, ты этого не сделал. Гораздо проще критиковать, когда ответственность не на тебе лежит. Пошел ты, Крис. Возьми свои слова назад. Верни свои слова назад. А то что, ударишь меня? Какого черта ты несешь, Мэтт? Ты знаешь, я всегда был на твоей стороне. Я думал, мы друзья. Зачем ты говоришь такое? Слушай, Мэтт, мы многого лишились за последние дни. Но мы еще можем все исправить. Пока у меня есть силы, я не сдамся. Майор все забрал, наших друзей, наши семьи. Без Дуата мы их больше никогда не увидим. Такова жизнь, Крис. Люди приходят, люди уходят. Мы должны отпустить их. Но мы все еще можем, Мэтт, можем попытаться спасти Чарли, наших родных. Вот именно, вся надежда на нас, Мэтт. Больше шансов нет. Выход один. Или мы, или никто. Послушай, Мэтт, ты мне нужен. Ох, неужели он согласился, а, ребята? Так, ну что, давайте, наверное, сохранимся. Это в первую очередь. Да, вот так вот, ребята, у нас ссора тут произошла небольшая. Да что такое-то, ё-моё? Слот 1, конечно, слот 1. Перезаписываем, да, все. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, я так понимаю, здесь просто обломки, ничего нету. Ладно, двигаемся тогда дальше. Я не пойму, это что, дождь у нас идет или снег? Или вообще какая-то пыль? Непонятно. Так, сюда? Нет. Наверное, вот сюда. Ага. Так, хорошо. Опять мы с вами, что это такое?
похоже на место для рыбалки. Кто здесь будет рыбачить, интересно? Так, ага, ребят, нам нужно туда. Это кто у нас? Только Мэтт может перелететь на своих ботинках. Так, нормуль. Давай вот сюда перелетим. Так, копим энергию и летим, ребята. А, нет, там нельзя. Вот сюда нужно. Замечательно. Так. Какие-то оу, ребята. Слушайте, а мы, по-моему, с вами... Да ну, неужели идем на военную базу? Ребят, по-моему, так и есть. Так, здоровье. Так, ну что, в бочках ничего нету, я так понимаю. Слушайте, или это военная база, или я не знаю тогда, что это такое. Сейчас узнаем. Так, это помойка тут. Ага, не запрыгнуть. Даже не знаю, почему мне казалось, что здесь что-то есть. Ха-ха. Я не знаю, почему тебе так казалось. Так, сохранимся давайте, ребята. Ну, поверьте мне, лишним не будет. Хрен его знает, что нас тут ожидает. Так, нормуль. Так, надо... Подожди, а что нужно сделать? Секунду, я что-то не понял. Я, ребята, растерялся. А куда идти-то? Погоди-ка. Так, так, погоди. Что? Запретная зона. Не знаю, как мы здесь пройдем. А, все, я понял. Понял, ребята, что нужно нам сделать. Так, перелетаем Мэттом вот сюда. И надо через забор. Сможем, нет? Сигануть. Смогли. Так, а вот это уже хорошо. Тут смотрите-ка, у нас какие-то плюшки лежат. Мэтт не может. Так, делаем старую схему, ребята. Перелетаем вот сюда. Так, Крис. Ага, не можем запрыгнуть. Слушайте, придется тогда... Даже Мэтт не может. Неужели вот это все придется облететь? Ну, ладно, попробуем. Лети, 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 Мэтт. Отлично, хорошо у тебя получилось. Опачки, а там уже, ребята, смотрите, солдаты стоят. И куда дальше? Опс. Погоди-ка, я не понял. Так, ладно, давай еще разок. Нам нужно с вами наверх? Погоди, а там же у нас тупик. Чем там наверху будем с вами делать? Ай, упал, блин. Да нет, по-моему, нам не туда надо. Нам надо вот сюда. Погоди. Так мы вот так можем пройти. Ёлки-палки, блин. Так. Опа, опа, опачки. Аккуратненько, ребята. Давай-ка. Слушайте, я же как-то могу вроде бы кувырок делать ускоренный, да? Я забыл, на какую кнопку... Тихо. На какую кнопку это делается? Так, сейчас побежим, ребята. Ох. Нифига тут. Так, ладно. Короче... Побежали, 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 побежали. Опс, нормуль. Замечательно. Так, следующая локация. Как быть? Погоди-ка. Ладно, короче, ребята, надо бежать за маленьким. Это однозначно. Попробуем. Я не успеваю, я не успеваю. Зашибись. Еще и здоровье отнимают у меня. Блин. Ладно, попытка не пытка, побежали, ребята. Так, кувырок, 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 кувырок. Есть. Да пошел ты, блин. Ребята, блин, у меня очень мало здоровья. Давайте, наверное, подхиляемся маленько хотя бы, а? Иначе мы сможем с вами просто отдуплиться. Где моя сахарная сердечко, блин? Отлично, все, теперь я спокоен. Так, давай-ка попробуем еще разок. Аккуратно, 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 аккуратно. Есть. Фу, повезло нам. Слушайте, а тут-то что? Так, надо быть предельно осторожным, блин. Бомбу подобрали, это уже хорошо. Так. Нет, давайте-ка мы посмотрим, что у нас здесь. О, видите, какие ништячки лежат. Так, сахарное сердце плюс фонарик мы с вами подобрали. Ух ты! Ха-ха! Че это такое? Что если мы применим одну из этих штук, чтобы они нас не увидели?
Нет, надо что-то понадежнее. Кто в такое поверит? Типа, мы хотели, типа, наверное, в коробку спрятаться, да? И пройти в ней. Слушайте, ну если... Если коробка нам не нужна, то что тогда делать? Тогда остается идти к машине, наверное, и забираться в нее. Так, забраться. О, вот они как. Все не так просто, Крис. Мы должны быть очень осторожны. Ну, это естественно, на военной базе, это елки-палки. Так, смотри-ка. Очевидно, осколок Дуата у нас. Майор отдал приказ начать подготовку к войне одного дня. Я слышал, наконец-то хоть какое-то движение. Меня так утомили эти обходы. Тебя утомили эти обходы. Так. Да, ребята, мы с вами. Мы покидаем базу или наоборот направляемся на базу? Вот это мне интересно знать. Что такое опять? Блин, надеюсь, меня не пропалят здесь. Ой-ой-ой-ой, тихо. Куда идешь? Не понял. Ага. Все типа нормуль, да? Слушайте, нам повезло сейчас крупно. Обалдеть, тут показывают мне, блин. Слушайте, мы с вами попадаем прямо в эту пирамиду. Вот оно что. Ого. Так. Выдохся, бедный, да, Мэтт? Так, ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, мы с вами сохранимся и уже продолжим в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Так что всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков, ребята.